Мама! Где я? В Ларгусе, сынок, в Ларгусе. Извините. В общем, это Ларгус у нас 2018 года, купили в 19-м, эксплуатируют, продают в 22-м, 23-м, 24-м, по ходу ремонта будет. Вот, в общем, 18-й год купили в 19-м, стоимость 695 тысяч рублей составляет. Такая дачка, 1.6, 87 кобыл, такой авто сможете приобрести в автосалоне, в крутом автосалоне, не просто в каком-то автосалоне, а в автосалоне Спринт. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Устраивайтесь поудобнее, расскажу, покажу, что знаю про этот автомобиль. Вообще. В общем, простая повозка, очень простая. Ну, допустим, мечтаете вы там о каком-нибудь... О, киска. Где там эта киска? Куда она ушла? Блин, она под тачкой, ё-моё. Слушайте, если она под тачкой, это хреново будет. Надо ее выгнать. Иначе я потом намотаю на колесо. А вон она. Ух ты! Кадринь кисочек, привет! Привет, красотка! Как дела? Кормят тебя здесь, наверное, да? Кормят? Ну что, будем сегодня рассматривать с тобой Lada Largus? Будем рассматривать? Воу! У тебя еще, кстати, такой окрас классный. Ну, поваляйся. Блин, смотрите, какой окрас классный. Чума. Ну все, скоро мартовские коты к тебе придут. Какие там они коты? Или еще рано для мартовских котов? Надеюсь, у тебя там ничего нет, не лишая я ничего, чтобы я потом что-нибудь такое не подцепил. Ну, надеюсь, все нормально, окей. Ну, ой-ой, я с тобой так играть не буду, как ты думаешь? Смотрите, она думает, что я ее сейчас повалю вот так и буду с ней играть. Я не буду с тобой так играть, ты че? Приколюха. Что ты думаешь? 695 тысяч рублей за 18-й год Ларгуса. Много, мало, а? Как ты думаешь? Киска. Только не наматывайся на колесо, пожалуйста. Иди уже где-нибудь кушай. Кс-кс-кс-кс. Обзор кошки, блин. Только так не делай, все. Сейчас она ко мне пристанет и все. Похоже, мадам просит кота. Как вы видите. Попа максимум наверх, задирает свой хвост. Ну что, кисуля, мисуля. Давай по своим делам, вперед. Хищник, охотник. Добывай мышек или что-нибудь такое. Хищник, охотник. Давай, пока. О, она за мной идет, ё-моё. А то сейчас я это видео не начну. Блин, она за мной идет, ёлки-палки. У меня пока что ничего нет, понимаешь? Только обзор Ларгуса могу предложить, и все. У меня там KitKat, ничего такого нету. Вкусненького, понимаешь? Давай куда там, хорошо. Вперед, ё-моё. И что сейчас с ней делать? Пипец. Просто пипец. Я же сейчас так видео не начну, понимаешь? Эфирное время идет. Киски занимают эфирное время. Прикол, вообще прикол. Давай хотя бы мотор откроем, ёлки-палки. Моторный отсек. Давай, мы вместе, короче, обозревать. Пошли. Она явно хочет кушать, я это прям чую. Вот он, 1.6, 87, упоры стоят при том еще. Ну что, на чугуняге 186 мотор, 8-клоп, классный. Что еще расскажешь, а? Надежный ведь он, да? Подтверждаешь? Подтверждаешь, что надежная. Надежная штука. Ну ты такая ласковая, ты вообще откуда такая прибежала? Скажи, пожалуйста, с таким окрасом. О, нет, я с тобой так играть не буду. Ты свои когти выпустишь, потом у меня все руки будут расцарапаны. Придется штопать меня, понимаешь? Как Франкенштейна будут штопать после таких игр с тобой. А, ну, в общем, смотрите, 87 кобыл, 1.6-87. Достаточно надежный, даже если газ устанавливаете, все нормально. Ну, допустим, мечтаете вы о Volkswagen Caravelle или о, да, скажем, Toyota Alphard, покупайте вот эту повозку. Почему? Потому что это свое родное, и оно будет ездить, понимаете? А то непонятно, да? Не будет ездить. Да, конечно же, будет. Просто здесь как-то, не знаю, кого-то переклинивает, и после Туарега сесть на АвтоВАЗ. И все хорошо, и не жалуется. Поверьте мне, в жизни разные бывают, так скажем, перипетии и обстоятельства. Ну что, кисуля, иди уже вперед! С тобой так играть не буду, я тебе сказал. Я тебе тут не кот. Ну-ка, тихо. Укротитель кисок. Тихо. Ну, я максимум, что могу тебе сгонять за вискосом.
Или вдвоем поедем за вискосом, а? Что думаешь? Ну ты, наверное, не голодная, тебя по-любому кормят. Учитывая, что у тебя подкожный слой такой нормальный, и с мехом у тебя все хорошо, я, конечно, не ветеринар, но могу сказать, что здоровье у тебя на 100%. Понимаешь? Раз ты такая доверчивая, ко всем ласковая. Обычно уличные кошки так не подходят. Ну да, сейчас она будет тереться о траву. Лучше покушай травку, там много микро- и макроэлементов. В общем, я отвлекаюсь на эту кошку, капец просто. Здесь гур, короче, стоит. Вон она грызет, смотрите, она грызет траву. Хищник. Ну давай, хищник, смотрите, гур. Ну что, свечи катушки может со временем поменять. О, куда ты залезла, блин, на моторный отсек. Слушайте, это будет обзор с кошкой. Такого еще ни разу не было. Потом, по навесному особо проблем нет. Смотрите, она как это... Шланг, который идет на кондиционер, облюбовала. Тебе нравится, что ли? Как ее зовут? Памела? Ты Памела. Ну ты красотка прям. Чарующая. Давай уже ищи кота крутого. Мурзика какого-нибудь. Создавайте крепкую, мощную семью. Понимаешь, не? Дальше что? Что еще скажешь? Тут моторный отсек немножко запачкала своими лапками. Понимаешь, не? Кому нужна такая кошка, друзья, пишите в комментариях. Памела к вам приедет, сделает обзор. Смотрите, она ложится. Ты что делаешь, кисуля? Кисуля! Мне и Тимофея хватило. Хватает на даче, понимаешь? Тимофей, он жесткий парень. У него никаких прелюдий не бывает. Он сразу к делу переходит, понимаешь? Что он с тобой сделает, Тимофей? Боюсь даже представить. Поэтому мне и Тимофея хватает. Ну что, давай, вылезай. Знаешь что, вылезай. Короче, это обзор кошки будет. Капец, капец, просто вот иногда так все складывается, сам даже не предугадаешь, как все сложится. Ну да ладно. Каких-то непроверенных узлов, агрегатов здесь практически вообще нет. Единственный момент, что трапеция подворников, там моторчик, что-то еще проводка может заклинить. А так, в принципе, все хорошо, вообще проблем никаких нет. Масло заливаете любое, хоть тракторную отработку. Вот, сейчас посмотрим здесь, какое оно вообще. Сиди. Ой-ой-ой-ой, не трогай. Не трогай, ты че? Смотри, что делает. Она думает, я играю с тобой. Ты чё? Не надо трогать. Щуп масляный. Я сейчас отвлеку как-нибудь и засуну. Она поиграла со щупом, прикольнитесь. Все нормально, черная масса как надо. Как на тракторе, правильно? Восьмиклоп. Мощный, смотрите, он даже, по сути, без каких-либо намеков, что там что-то текло, что-то не так происходило. Все окей, вообще прекрасно. Ну что, давай покатаю тебя на Ларгусе. В салон прошу, мадам. Мадам, спрыгивайте, прошу вас в салон. В салон прошу. Окей, спасибо, мадам. Вот он, смотрите, такой мотор. Нечаянно испугал. Пардон, пардонте. Хорошая штука получилась для России. Вот этот авто. Вы знаете, наверное, вот... О, не играй со мной так, ё-моё. Какое-то предвосхищение всегда гораздо круче, чем конечный результат. Почему? Я сам, походу... этого обзора все и расскажу и покажу. Ну все, кисуля, давай по своим делам вперед. Вперед, давай дальше. Дальше еще можешь дальше. Все, давай, пока. Сейчас я быстро умотаю, пока она не заметила. Ё-моё, это сколько я времени вас поразвлекал. Ёлки-палки. Сам такой уже обалдел с этой кисулей. Так что киски бывают разные. Вот такую. Немножко запускается с таким этим. 54-238 по надометре. Kenwood. Представляете себе, мультимедиа Audi AUX. Меломан будет рад. Кади, зачем включился? Так, ну, в общем, температуру отрегулирую. Подогрев сиденья сейчас тоже проверю. Хопа. Хорошая штука. Руль регулируется так. Все, получается. Смотрите, по поводу предвосхищения, опять-таки. Вот у меня есть знакомые, друзья, подруги, родственники, кумы, сваты, вот так, все из этого дела. Смотрите, все из этого дела. У кого-то, собственно говоря, вот Приора, да, у кого-то девятку, вот четверка, ну, российский автомобиль. И они вот прям мечтают о BMW. Я даже в некоторой степени им завидую. Почему? Сейчас объясню. Почему я завидую их мечты, их вот этому предвосхищению. Ого, мультимедиа заиграла. Предвосхищению. Почему завидую? Потому что вот это предвосхищение, вот это вот пред мечтой, оно самое крутое. Вот ездит он на четырке сейчас, да, ездит он на приоре сейчас, или она мечтает о BMW, это гораздо круче. Да, BMW
а ты ее получишь потом, когда время пройдет. И ты просто обалдеешь, как тебе эта BMW приедет, при каких обстоятельствах. Возможно, все даже случайно произойдет. Или вот тебе кто-то ее подарил, или ты на нее заработал, или в кредит взял. Вообще без разницы. Но когда ты получишь, немножко такая, знаете, составляющая разочарования формироваться начинает. И от этого никуда не уйти. У нас мозг так устроен. Потом ты будешь, наверное, думать о Rolls-Royce, но это уже будет потом. Но вот то самое предвосхищение, когда ты едешь на своей раздолбанной вот такой четырке и представляешь себя за рулем, елки-палки, BMW, это самое, что ни на есть, вот самое интимное и самое сокровенное чувство, которое может у вас только быть, когда вы наедине сам с собой, понимаете? Это вот самое классное, когда ты мечтаешь о чем-то, и поэтому не переставайте мечтать, ни в коем случае. И вот ты мечтаешь об этом BMW, об Audi, о Mercedes или какой-то о Toyota, о Lexus, о Infiniti, и вот ты такой едешь на своей четырке и думаешь, блин, это Infiniti, да, я наваливаю. Вот это чувство единения, у меня когда десятка была, я мечтал тоже о разных авто, и о BMW семерке, и о Lexus мечтал, и о Rolls-Royce, я иногда представлял, что я еду на Rolls-Royce. Вот это такое ощущение единения, само собой, вот эта магия, которая возникала, волшебство, сказка, мультик, который меня окружал, это самое сокровенное, самое доброе, самое классное, самое то, вот, что останется с тобой навсегда. Потом, возможно, ты получишь эту мечту, а возможно, и не получишь. Она будет отсрочена во времени, но ты ее получишь, если ты ее достаточно сильно хотел. Смотрите, даже обледенение было. Минус 2, минус 3 здесь точно было. Ты ее получишь, но со временем. Так что вы понимаете, о чем я, да? Мечтайте, всегда мечтайте. И пусть эти мечты иногда сбываются, а иногда нет. Значит, если не сбылась мечта, значит, она отложена, просто отсрочена во времени. Все будет, поверьте мне. В общем, такое отступление с киской, с мечтами. Расскажи про тачку, да? Ну что за козел, блин, не рассказывает про тачку? Какую ты дичь несет уже? Какую минуту? Я что, на это видео зашел? Я что, вообще зря свой доширак запарил? У меня тут Тархун стоит, я его не расчехлил, а ты мне тут паришь про какую-то фигню. Все, окей, ребят. Смотрите, 7 мест, да, вот смотри, какой багажник огромный, сколько места здесь. Если вы семейный, либо планируете в ближайшее время, так скажем, создать семью, двое, трое детей, а может даже и больше будет, в зависимости от вашей избранницы, да, в зависимости от вашего характера и так далее. Возможно, даже и там 5 детишек у вас будет. Ну, чем не автомобиль? Чем не автомобиль? Скажите мне, пожалуйста. Все надежно и проверено. Все узлы и агрегаты неоднократно. Вот даже нажимаем на стеклоподъемник, работает. Регулируем, смотрите, работает. Ничего с ним не происходит. Поднимаю, поднимается. Опускаю, опускается. Красота. Где еще вот такое видите? Надежность, надежность. Полочка есть специально. Можно даже сюда страсть запарковать свою, ночную. Без проблем. Запарковали страсть, все. Ночной страсти нет. Бардачок. Это ж не бардачок. Это целая вселенная с руководством по эксплуатации. Нет, ну посмотрите. Вы потрогайте, вы ощутите этот порыв, этот настрой. Ну, это же... А я что вам говорю? Дальше, вещевой бокс, там вот диагностический модуль. Пол, потолок чистые, аккуратные. Действительно видно, что за автомобилем следили. Здесь у нас подсветка. Потом уже диоды пойдут. SOS, RGLONASS. Ну, вот макияжное зеркало с этой стороны, держатель для карт. Ручки удобные. Вот модуль для сигналки. Дефлекторы. Ну что, конди есть? Кресло, ну, среднестатистические. Вы знаете, я видел Ларгусы, да? Вы не поверите. Натюнингованные просто в слюне. Какой-то багажник большой. Я не знаю, там на 500 литров, наверное, багажника на крыше. Здесь все укомплектовано. Она прям такая вся расширенная, да? Уже какой-то снегоболотоход, наверное, есть Ларгус, пока я вам здесь рассказываю вот это дело. А любит эту тачку, получается? Ну как выяснилось. Потом. О, заглох. АвтоВАЗ, ё-моё, любимое, родное. Чуете, да, чем пахнет? Ну, какое сцепление-то? Сцепление-то какое здесь? Секое. Ну что, прокатимся, нет? Давайте, прокатимся немножко на этой тачке. Хорош, здесь еще упоры, вот где задняя часть руля, такие упоры под пальцы, чтобы у вас грип, то есть максимальный хват был. Интересная штука. Ну что, сцепление очень чувствительное, и газ, и тормоз, и все вот настроено так, что это прям ракета по цене пистолета. Он неплохо так валит. Навалить бы на Ларгусе по райончику. С Сабиком. Мачете, друзья. Кто кислотным грунтом обливал свои тачки под днищу? Расскажите, чем в итоге закончилось спустя там 3-4 года, а может и 5 лет. Помогло? Или все-таки опять народные рецепты промахнулись?
Третья передача. О. Шумки вообще ноль. Не ждите, что здесь какая-то будет шумочка. Так. Четвертая. Угу. Хорошо идем. Хорошо. Стабильно. Стабильно. Неплохо. Но предсказуемо. Едет-то хорошо, хорошо. 2060 километров. 200 на четвертый. Это нормально для Лагуса. Да, Лагус, это нормально. Я тоже хочу. Так, третья. Полегче. Это прям турбо. Уже как-то заполировало лоб. Либо дворники нужно менять. Что, дворник с такой погодой будет нехти какая. Так, включаю-ка на лоб. Угу. Что это, распотелось? Сигналка здесь даже есть. Прикольнитесь, она с этим мотором 1.6-87, она никуда не едет и еще жрет как слон. Это такое ощущение, что у вас X5M, представляете себе? Ну, X5M, блин, он едет, или Porsche Cayenne Turbo S, он едет, он жрет и едет, а это, блин, жрет и ни хрена не едет. Ну, ей, в принципе, никуда не надо, она уже везде успела. Куда ей, типа, спешить? По продажам все собрала, по ремонтам собрала, по разочарованиям тоже и по победам тоже все есть. Блин, это бой баба, друзья, надо брать. Такую девчонку упускаете. Так что давайте, давайте уже, подтягивайтесь. За 700 косиков надо бы вот такую мадам забрать. Что-то там громыхнуло что-то. Ёлки-палки, как быстро этот район отстроился. А вот здесь поле было, чтобы вам было понятно. Он тоже 65-м живет. Вот. Школу новую построили, плюс еще садик будет. Класс. Лайк. Дальше поле, не знаю, будет эта часть застраиваться или не будет. Какой-нибудь там сотый комплекс, наверное, будет. 150 или 200. У нас все по комплексам, ребят. Вот многие, кто в Челны приезжает, у меня тоже друзья. У нас есть, допустим, улица, еще комплексы. И они все на приколе. Блин, какой комплекс, типа? Ну, у нас как есть? Вот, допустим, улица Беляева, 16. И по комплексу, допустим, там, это будет 18-19. Я такие говорю, какие 18-19? Что за нумерология у вас в набережных Челнах? Какой дичь вы здесь создали? И что вы тут курите? Дайте нам тоже такое покурить. Дичамбру тут устроили. Вот такие дела. В большинстве случаев просто там бульвар, улица, да, проспект, что-то еще есть. А у нас еще и комплекс. Такая дичамбра. Это удобно для таксистов. Это придумали, наверное, таксисты. Суетологи. Так. Что еще хотел рассказать по этому автомобилю? Надежность. Надежность всех узлов и агрегатов. Даже если что-то отрыгнуло, отпрыгнуло и отлетело, меняется на ура. Вообще. Ну, тут бывает и солянка, конечно, имейте в виду, что не все комплектующие. Прям пошел на рынок такой с дядькой поболтал за милую душу и купил там за 500 рублей запчасти. Такого тоже может, ну, как бы не быть. Имейте в виду. Прикольно будет. Если вы надеетесь на это. Так. Альтернатива. Как таковая альтернатива для этой тачки, как по мне, нет вообще. И кто вот ее брал, вот они вообще не ошиблись никак. Потому что смотрите, как перелезает. Первая попытка фейл, вторая попытка удачная. Красавчик. Лайк, лайк. Все, у меня вкус этой жвачки закончился. Мир, дружба, жвачка прошла. Зато Кенвуд всегда со мной. Чупа-чупс всегда со мной. Чупа-чупс. Заглохли, прикольнитесь. Блин, вообще корок. Блин, это автобас. Нормальное сцепление отпускал. Нормально. Оно просто чувствительное какое-то. Такое ощущение, что вот на копье не еду на карбюратор, но у меня какая-то гайка упала в карбюратор. Что случилось? Вот самое страшное, да? Когда гайка в карбюратор падает, блин, от этой удочки магнитной ее там дрочишь и поймаешь ты ее или нет. Ой. Да. Ребята, моя первая тачка — это ВАЗ-2108. Не забывайте, у вас тоже первая тачка — это АвтоВАЗ был. Я в этом более чем уверен. Блин, как я этот подсос настраивал, как я мучился с этой тачкой. Но вот роднее и любимее вот эта ламповость, понимаете, это детство. Это ни с чем не сравнить. Если бы у меня была КМТ, то Супра или Марк 2, да? Ну, это было бы уже совершенно все по-другому сложилось. А вот у меня была восьмерка первая. А, та тачка, на которой я учился водить. Вот... Так скажем, та часть жизни, которая была так максимально насыщена в детстве, когда у тебя воображение еще, когда у тебя вот это все работает на максимальных оборотах. Это вот моя восьмерка, понимаете, экспортный вариант, 86-й год, Sweden. Вот, в итоге не получилось остановить, она в труху сгнила, просто в слюни, в
расколбас был. Спереди, сзади, все, что могло и не могло там сгнить, все сгнило. Вот, ну, так получилось, что так вышло. Ничего с ней не сделать. Металл устал. 86-й год, восьмерка, а вы на коротком крыле, представляете, вот на хорошем летении, тренированное, ничего такое четкое, может даже с минусовыми пружинами, со стоечками, так прям смотрелось бы. Да даже на койловерах бы классно бы смотрелось. Что-нибудь от Toyota туда можно было поставить. Эх, мечта, блин. Мечта, зараза. Ну ладно, все, что не делается, куда? Сами понимаете, да? Все, что не делается, все к дошираку ведет. Запарим доширак и будем есть. Ну, у кого доширак, у кого там Биг Бон, да? Без разницы. Кто-то жирует на Биг Боне, кто-то экономит на дошике, кто-то взрывает свои тачки, кто-то поджигает. Разное бывает, друзья, разное. Аж чуть не поперхнулся. Ремонт и запчасти. Toyota Lexus, друзья. Если у вас Toyota Lexus, милости просим. Отремонтирует вам все, а тогда я. Сверху донизу, в общем, от пятки до макушки будете обслужены. Подружки, привозите сюда. Привозите своих подружек, будем обслуживать. Так, ну что, останавливаюсь, наверное. Больше не буду кукарекать много, потому что, видимо, сейчас будут комментарии. Замолчи, петушара вонючий. Так. Фу, прокатился так хорошо, а время эфирное сколько набежало? 20 минут, ребята, 20 минут у меня пролетает, как одна секунда. Представляете себе, когда я начинаю разговаривать, наговаривать там всякое. 20 минут, как одна секунда. Вот это класс. Ну что ж, хорошее кресло, обзорность, управляемость никакая, никакой тяги нет, расход приличный, поэтому газ, наверное, лучше. Вот здесь еще тут уплотнитель стоит такой классный. Вот и все, гудок здесь. Пик. Давайте все подключаем, все, что здесь есть. Подогрев вот тоже отображается. Здесь вот так часть отключается, центральный. Так, ну центральный работает, слушайте. А почему только на передней двери? А, вот так почему-то не открывается. Странно, может пипка заела. Как вариант. Ну что, все прогрелось. Вот видите, царапки, это тоже нормально. Но в целом салон хороший. Прям действительно очень хороший, мне понравилось. В салоне сидеть. Никаких посторонних запахов. Видно, что чистый ухоженный автомобиль. Здесь Fusebox Relay находится. Вот, смотрите. Релешки, вон здесь. Все есть там. Щипцы туда-сюда подберетесь, идете, посмотрите. Пол, потолок, подогревы все работают. Кузов в хорошем состоянии, вот кольцевик у вас. Нормальный абсолютно. Рабочий автомобиль, в общем. Рабочий автомобиль, друзья, больше не надо. Сейчас стеклоподъемник опущу. Пятиступка хорошо работает, но сцепление, что я уж, извините меня, первый день за рулем там опускаю сцепление неправильно, поэтому, понимаете, да? Антенна, смотри, какая огромная антенна, а? Рейлинги у нас здесь механические, так складывать. Вы слышали этот звук, да? Вы слышали это? Это просто сообщение с инопланетянами какими-то. Тунга, зодиак двоечка. Ох, как все с хомутиками стоит красиво. Прям прелесть, прелесть моя, Made in Russia, надпись красивая, 185 на 65 профиле, пятнашки. Вот это дополнительно поставили, видите, чтобы стоп не было, потому что бесит, постоянно выковыривать там. Так, ну что, капот открой, да, послушайте, послушайте, или не будет слышно, ну, послушайте. Я тоже хочу послушать, что-нибудь да послушаем. Регулирование угла наклона фар при полной или частичной загрузке автомобиля, чтобы, соответственно, сильно не кошмариться. Не кошмарить других встречных. Что, скорость стоит уже класс. Все чисто, аккуратно, работает ровно. Вот он, киска натоптала здесь. Прикол. Отпечатки свои оставила. Но имейте в виду, что киску в эту стоимость не включает. Киска за отдельную плату идет. Прохладно уже, кстати. Скоро ноябрь, блин. Прохладно будет. Ну ладно. И природы нет. Плохой погоды, а у АвтоВАЗа нет плохих авто. Так что нормально. Антифриз вот здесь у нас, зелененький, прям черепашки ниндзя заливают сюда. Донателло, Микеланджело и кто там, да? Рафаэль Донателло. О, вот такая красота. Рефлектор, ближний, дальний. Ну все, на лампочках меняете. Быстро здесь у нас находится. Буксировочная, это проушина там. Кручивается серьга такая. Вот. Ну что, открывается, закрывается все с таким интересным усилием. Поточок вот нижний, все вам показывал тоже, давайте прорвать сиденье продемонстрирую. Этот автомобиль брал на 2-3 дня кататься, ну что ты, блин, подводишь меня, сейчас вам покажу. На 2-3 дня покататься брал, и я был в восторге от того, что сколько туда влезает. Я прям на дачу приехал и раскошмарил багажник и вот салон там вещами, и все влезло, все понеслось, все получилось, короче. Я такой думаю, вау, Largus, Largus, что ты творишь? Вы смотрите, сколько места, невероятно.
Ну, это первый, так скажем, автомобиль. Условно, после «Надежды». Помните «Ладу Надежды», да? Вот была такая штучка интересная. Кропотливая работа была проделана, ну, такая. Не зашла, тачка не зашла. Такая себе тема была. А вот «Ларгус» зашел. Видите, как классно получилось. Я вот иногда вижу «Надежду», вся гнилая, кривая едет, и уже там водитель, так скажем, не особо рад эксплуатации, но она еще едет. У нас в городе пару «Надежд» есть. Но, как мы все знаем, «Надежда» что? Умирает последней, так же так. Опа! Ну что, места достаточно. Сейчас вам распашные двери. Широкие распашные двери покажу. Ну что, механические регулировки вот так вниз уходят. Вверх они могут подняться. Интересно, интересно. Сзади балк, спереди так тоже живое. 92-й меню. Да. 95-й можно иногда побаловать свою кроссовку. Так. Надеюсь, откроется. Да, все окей. Распашная штука. Ну и вот здесь фиксатор у нас. Бапс, вниз. Давай, давай, давай. Ну, я не знаю, тут реально много места для всех. Если вы, допустим, у вас собаки там, вы их постоянно выгуливаете в лесу, лабрадоры, либо же какие-нибудь кавказские овчарки, либо же там пару мопсов у вас есть, ну, пару чихуахуа сюда залезает, просто вообще со свистом залетает. Так что тачка большая, реально. Реально большая тачка. Советую, советую вам купить такой автомобиль, вот концевичок. Уплотнитель хороший здесь, кстати. Все промазано аккуратно. Вот еще даже есть для корма собак. Ну или у вас какая-нибудь кошечка, допустим. Сфинкс, да, почему бы нет. Сфинкс тоже классные кошки. Либо кошка Ашера. Посмотрите, кошка Ашера. Там стоимость такая, можно 5 вот таких тачек купить. Если кошку Ашера продать. Правда, Ашер, наверное, сам об этом не знает, что у него кошка еще есть. Что дополнительно докупаются отдельные эти сегменты с диодами. Не особо дорого прям. Не просят, но прикольно смотрится. Вот такая штука. Я рекомендую покупки. В общем, покупайте, наслаждайтесь. Вот такая штукенция. Ну что ж, друзья, все. Все, что знал, рассказал, показал. Удивил, покорил.